Всем привет! Здравствуйте! Чем вы занимаетесь в аэропорту? Мы кусаем! Есть 2-3 часа. Кто кушает? Ты кушаешь? Все. Все? Нет, мне кажется, все, абсолютно все ходят по магазину duty free. Магазин... Пойдем, одеколончиком попшикаем. Магазин без пошлинной торговли. Сходим, посмотрим. На самом деле тут нет пошлин. Сравним с нашими литовскими ценами. А здесь всякие разные маленькие бутылочки. Интересно, это местного производства или нет? Патрон. Цена от 3,5 евро до 5. Разные цены, очень много. И почему-то вот таких много. Наверное, никто их не покупает. Сигареты. Блок стоит 96 евро. Цены в евро, не в лирах. Это уже сразу, чтобы приучались, вспоминали свои цены. Здесь табак какой-то, 7,50. Это 3 евро, наверное, сигареты. Таких-то мы и не знаем. 63 евро. Два вместе? 400 сигарет. Палмал. Много сигарет различных. Как-то люди не очень покупают. Наверное, дорого. Слим. 48 евро. Метакса 23,50. Торос 10 лет 18 евро. 57 евро. Хеннесси. Знаете, как надо правильно читать Хеннесси? Неправильно. Я читаю неправильно. Надо читать не неси. 255 евро. Смотри, по 990. А, есть 990. Не неси. 76 евро. 245 мартин. Мартель 191. Курвазье 45. Так, да, я поняла, ребята, все хорошо. Берем вот это, да. Что-то делает не так, показывает. Здесь вина пошли. Вина тоже, цены хорошие. 33 евро, 16. 11,50. Интересно, сколько оно у нас? А вот 7,50. Сколько оно у нас стоит? Здесь что? По 13. Гранатовое какое-то, наверное, вино. О, вот эти классные. 19 евро. 4 разных попробовать. Ну, я даже не буду спрашивать. Скорее всего, безалкогольного здесь ничего не будет. Капитан Морган 20 евро почти. Стоил 22, сейчас 17,60. Скидка. Чтобы в самолете было не скучно лететь, можно купить. Что еще со скидкой есть? 15%. Вот этот ликерчик. Ванна Таллин 23,50. А этот 15 евро. О, здесь продают напитки всех стран. Малибу 16,80. А водка-то у вас есть, ребята? А вот и она, родимая. Стоила 29,50, а сейчас 26,50. Раки. Может, надо купить раки, только мы не пьем. Разные они есть. 29 евро, 19. Моцарт красиво упакован. 20 евро. 17,50. У нас до самолета 2 часа. Можно все досконально изучить, рассмотреть. 28. Это все еще раки. Виски. Ямисон 32, а это 24. Скидка хорошая, был 30. И там 22 евро, большая бутылка литровая. Мы раньше, когда пили алкоголь, то вот мне ямисон, он такой помягче, не такой противный. Очень много людей, очень много различного алкоголя. Джек Дэниелс 48,50. Какой-то подарочный, там две бутылки. 2 по литру. А этот Хеннесси, Джек Дэниел, этот медовый. Балантайнс неплохой виски. 18,25. А этот подороже, 7-летний, 27,50. А водка-то где, ребята? Водка. Сказали, что водка здесь. Так, посмотрим, какая цена на водку.
16 евро Кордонс. Гибсонс какой-то. 14.50. Наверное, это самая дешевая водка. 14. Это джин. Джин. Вот этот джин. А это? Это все джин. И это джин. А где водка? Водка, водка. Финляндия. 18.31. Здесь две бутылки. Даньска. 18. Смирнов. 16 евро. Это самая дешевая водка. Когда-то мы пили вот эту водку, гуслик, потому что нарисованы утки, 56 евро, но от нее так болела голова, это что-то нереальное. Абсолют 21 евро. Капитан Морган 19.55, клуб Гавана 33, так, Гавана еще 22, а здесь какой-то интересный напиток, 40% крепость. Кракен 28.45. Бакарди 18.70. Ой, какая красивая бутылочка! Зебра. Ее купить только ради вот этой упаковки. Смотри, зебра вот снизу. Стоит ром 21 евро. Зебра. А здесь настоящая зебра 18. Мартини по 11. 10. Когда мы отдыхали именно в Кемере, ребята спрашивали в магазине Мартини, там не было. В Duty Free есть. Цена хорошая, 11 евро. Мне кажется, и у нас так же стоит. Кампари акция. 13.60. Так, все, алкоголь посмотрели. Идем посмотрим сладости. Сладости, игрушки. Здесь три берешь. За цену двух отдают. Сваровски. Всякие конфетки. Мы обычно в Duty Free ничего не покупаем, потому что все всегда берем, ну, там, где отдыхаем, из этого города. Здесь хоть и считается Duty Free, но цены приличные. Вот 9 евро. 5.95. 9 евро. Что-то похожее я покупала в Литве. Они очень-очень-очень-очень мятные, очень вкусные. Киткет 9 евро. Как интересно, 6.50 перечеркнуто. Если берешь две, то будет 9 евро. Так, еще сладости, и потом сходим, посмотрим обязательно духи и косметику. Линдс шоколад 8.75. Одуреть. Одуреть. Очень дорого. 8.75. Весь шоколад. Был 12.50. Сейчас акция. Этот 7 евро. 7. Интересный вариант. 23 евро, что ли? Не может быть. А это что, 8? Кошмар, какие-то цены. 11 евро. Если 2 берете, 11 евро. Это 9. Это 14. Это 8.40. Так, набор Bounty Mars Snickers 14.50. KitKat 14. Милка. Печеньки 13 евро. 16.50. Корова 11 евро. Вот эта корова 11. Таблероне 21.62. Такие таблероне 2 за 17. 14.52 по 7. Вы знаете, чем больше здесь нахожусь, уже кажется, что это недорого. Вот две такие упаковки 14.50. Наверное, недорого. Баунти 14.70. 2. 11 евро 2. А это что, маслины? Таблетки? Какие-то таблетки? Сладкое все. Сладкое? Сладкие таблетки. Две штуки 9 евро. Коробки сладостей. 18 евро, 16 евро. Если будете отдыхать в Турции, все это берите, ну, в том городе, где будете отдыхать, потому что это очень-очень дорого, очень, супер дорого. 18.50, вот такая штучка, вот такая. Вот такая, 21.50. Все берите именно там. А это что такое красивое? В розах 31 евро.
55 евро вот такая коробка. Они ходят, все продавцы смотрят на меня, но мне никто ничего не говорит. Никто ничего не говорит. 11.50. А эти орешки 10 евро. Наверное, самое дешевое, что здесь есть. Так что вы поняли, халва 7.50. Мы купили халву, ну, конечно, не такая коробка, не с фисташками там. Мы купили халву за 24 лиры в магазине. Чуть больше 1 доллара, а здесь 7.50. Но обычно люди, когда бывают в аэропорту, начинается: «Ай, мы не купили этому, мы не купили Пети, мы не купили Васи, давай что-нибудь купим». И начинают люди все гребсти. Купи медведя, купи медведя. Классный какой, я тоже хочу купи такого медведя. Всего 13 евро. Смотри, Анталия написано. Ну купи медведя, ну купи медведя, он с нами будет путешествовать. Здесь есть какой-то стенд, наверное, чуть-чуть подешевле. 6.35 шоколад. Масло оливковое, обалдеть. 35 евро. 11. 17. Это уже идет гранатовый соус. Это оригинальный. 10 евро. 6 евро. На базаре по одному. Все очень красиво, красочно. Можно купить косметику, алкоголь, ну как в любом duty free. Подушки, чтобы было удобно лететь. О, пошли духи. Надо посмотреть какую-нибудь знаменитую фирму, которую знают все. Ну, давайте посмотрим то, что я знаю и сколько это стоит в Литве. Допустим, Lancome. Lancome. Вот такой крем. У нас стоит вот этой фирмы 90, 96, 99 евро. Здесь такая же цена, 99. Когда мы были на Гран-Канарии, я купила такой крем в магазин, в самом городе был duty-free магазин, в самом городе, не в аэропорту, за 55 евро. Здесь 96. Нет смысла везти отсюда. Точно такая цена, точно такая. Вот все они по 98 евро. Также можно стоит... пшикнуться бесплатно. Это крем. Шанель. То же самое. Цена 114, 134. У нас такая же цена. Вот. Это очень хороший вариант. Здесь 3. 3 по 20. Да. Мне нравятся вот такие наборы. Здесь сразу несколько видов духов. 79 евро. Это неплохая косметика. Цен нет, надо спрашивать. Спросила я про Dior помаду, но они тоже разные есть. Здесь 32, я дома платила 38. Так, Виктор уже чем-то попшикался. За километр должно быть. О, да, как настоящий турок. Да, как настоящий турок, это точно. Версачи, одна коробочка, одна бутылочка чего стоит? Какая красота! Боже мой, какая красота! Гуччи, новинка, 100 евро. Это новые сандалы. О, какой аромат интересный. Это жасмин. Жасмин? Да, а вот этот более цветочный такой. Это подержи. Это этого сезона? Когда вот это сделано? Вот этот только 7 дней назад. Вышел. 7 дней назад? Да. Обалдеть. Вот этот 3-4 месяца назад. Пока мы в Турции были, представляешь, новый. Да, 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 да. 100 евро. Вот этот самый новый, который 100 евро стоит, другой 125 стоит. 125. Скидки, конечно, не бывают. Никогда. 5%. 5%. Ну, здесь и генеральная скидка, то есть все, что вы купите, 5%. Ага, это подожди, у тебя жасмин, а у меня цветочный? Спасибо. Не за что. Неплохой аромат, вы знаете, на самом деле. Но 100 баксов, 100 баксов. Эти ароматы надо в сумочку положить, будет долго вкусно пахнуть. Но я бы не отказалась от этих духов за 100 евросов. Но я купила 2 по 10. Конечно, не жасмин, не разрекламированные Гуччи, но что-то я купила. Не только люди ходят
по магазину, но и собаки. А для собак здесь, между прочим, ничего нет. Вот эти Гуччи. Новые. Ну да, как Виктор и сказал, в основном все приходят, чтобы попшикаться, поддушиться. И потом все в самолете летят с разными запахами. У одного такой, у другого другой. Лореаль помада, ой, не помада, это тушь. 20 евро, 27, 23, еще по 13 какая-то есть. Помады по 15,50. Видите, косметика уже подешевле, и цены не стыдно написать. Там, где косметика подороже, на помаду не пишут цены. Обычно выгодно покупать вот такие наборы. 59 сразу все крема. Prada 111 евро. Вот мужской Prada. Некоторые мужские духи пахнут так, как будто он только что покурил. Ну что, все вам показали, что творится в магазине беспошлинной торговли в Анталии. Людей много, продавцов тоже очень-очень много, особенно там, где духи. Они всех вылавливают и предлагают какие-то крема, рассказывают про них. Очень много ходит девочек, очень. Эксклюзив аэропорта. Гуччи. А что это такое? Новые? Классно. Вот такие маленькие наборы. Но обычно всегда-всегда бывает стенд с духами по 20 евро. Вот и здесь. Hugo, Tommy. Есть Tommy для мужчин и есть Tommy Girl. И вот эти все по 20. 50% скидка. Стоили 99, а сейчас 45. О, купи мне такой часы, буду под водой нырять. Почему-то часы никто не покупает. Все только духи и алкоголь. Очень дешево. Сваровски 125 евро. 115. А здесь продают гималайскую соль 6 евро и какие-то специи 7,50. Сколько стоят напитки в аэропорту? Самое дорогое, когда мы видели, это было в Египте. Простая вода стоила 6 долларов. 6 долларов. Здесь вода стоит 2 доллара. Пепси типа Фанта 4,50. Какие-то бутерброды по 5 евро. Пиво по 8. У нас... На пляже, я думал, самые умные турки. Тут еще поумней, по 9. И бутылочка на маленькая. На пляже стоило 7. Мороженое, один шарик 2 евро, два шарика 3,50, три шарика 4 евро. 9,50 еда, салаты. Эти, как они называются? Лаваш 8 евро, бутерброды по 8, по 7. Макароны какие-то 6. А это уже магазинчик не duty-free, но duty-free, а просто магазин в аэропорту. Цены такие же, как и в магазине беспошлинной торговли. Что? Сколько стоит? Сколько стоит? Виктор говорит, поверни, сколько стоит? 16 евро. У нас они стоили по 4. Вот, все увеличено в 4 раза. Мы уже подготовились, оделись по-домашнему, не в шортах. Халва разная бывает. Говорят, вкусная. Но все сладости не попробуешь, все не купишь. Кофе 6 евро, маленькая пачка. В городе было по евро. А это кофе я купила по 6, по 7 оно бывает, здесь 21. Виктор называет это глаз от сглаза. Турецкие флаги, магниты, кружки по 12 евро. Такая кружка 7,50. Ты говорил в магазине где-то, что это для маслин. Нет, это...
пепельница 7,50. Турки, турки. У нас на базаре были по 5. На базаре по 5, здесь 19. А в магазине по 3. А в магазине они были по 3. Черепахи. Это такие танцы, они крутятся на месте. Вот. Можно купить, где вы отдыхали. В Алании мы были, я была в Алании, в Кемере мы были, в Сиде были. Значит, в следующий раз надо ехать в Белек. Такой набор чашек 59 евро, а одна кружечка, одна 49 евро. А это такая классная штучка для кофе. И здесь стаканчик для воды 65 евро. Глаз от сглаза бывает и красный 49. А это что? 279. Непонятно, что это такое. Видела, какой глаз от сглаза какой? Да, да, красный, красный. 367. Интересно, настоящая фирма или нет? 293. Очки. 129 Ray-Ban'ы. Привозят в аэропорт всегда немножко раньше. И вот мы еще не знаем, какие наши будут ворота. Напишут только в 11:20, какие будут наши ворота. Сейчас 11:16. Поэтому все ходят по кругу, магазины, кто сидит, отдыхает, что-то перекусывают. Из каких стран сейчас прилетают в Турцию? Амстердам, Внуково, Франкфурт, Адлер, Сочи. Так интересно, Сочи могут как бы у себя отдыхать, но прилетают сюда в Турцию. Вильнюс, Владикавказ, Эйндховен, Мюнхен, Брюссель, Бергамен, Шереметьево, Штутгарт, Внуково. Очень много Москвы, Минеральные воды, Штутгарт, Франкфурт. Что тут еще? Гатвик. В общем, из всех стран, Швейцария. Все летят. И вот все ходят. Есть много кафешек, можно перекусить. И гамбургеры, и пиццерии есть. Некоторые ворота уходят вниз. Вот эти вот. Обычно и Литва бывает вот туда вниз. Но дождемся, какие ворота, и уже потом поедем к нашим воротам. Когда мы лежали на пляже, то там видно, как из Анталии взлетают самолеты. Каждые 5 минут. Также и посадка. Каждые 5 минут. Туристов очень-очень много. Несмотря на то, что начался уже учебный новый сезон, людей с детьми много. Самое главное – сесть в свой самолет, потому что здесь в Литву, а здесь в Шотландию. Самолеты. Вы боитесь летать или нет? Я очень-очень боюсь. Ты мне купил снотворное, чтобы я сразу спала. Там в Duty Free было всего полно. В самолете вот. Дают еще. Вот, видите? Вот один. И вот второй Вильнюс. Рукавчик. Объявили посадку. А вы первые садитесь или ждете, когда все сядут и потом только идете? Да, выстроилась очередь. Мы всегда идем последние. Че спешить? Места-то есть. Все равно без нас уже не улетит. Поэтому мы сидим до последнего. И еще знаете, что напишите? Вы покупаете в магазинах без пошлинной торговли что-нибудь или нет? Мы купили воду. Два евроса. Два. Все, выпишите коммент, а мы полетели. Лайкос ставим. Лайкосик, ждите следующий видосик. До свидания. Пока-пока.